Всем привет, с вами канал Стасянчик ТВ, и мы продолжаем проходить Хроно Кросс. Я вот здесь сделал специально дополнительную запись, это я скопировал вот эту вот. Вот, я вам покажу, объясню зачем потом. Вот. Так, извините, сегодня я забыл. Так, снимаем лишнюю экипировку. Ой. Так. В прошлой серии мы посмотрели на на Доппельганг. Все, что мы успели собрать, но я вам говорю, это еще не полностью все. То, что еще будут там в новой игре плюсы, и плюс я, если бы с самого начала сразу же играл за Сприг, то у нас был, ну, у вас было бы больше шансов набрать себе еще дополнительных монстров. Но так как я не стал, я заморачиваться, я решил, что я дособираю просто в новой игре плюс, одев букет незабудок. Плюс ко всему, там все равно некоторых монстров нельзя словить, не побывав в новой игре плюс. Так, элементы давайте расставим, у нас же ветка открылась. Так, я даже не знаю, что туда нам поставить. Восстановить все. Пум-пум-пум-пум-пум. Давайте вот так сделаем. Пусть у нас будет как можно больше лечения. Ну, я просто больше не знаю, что туда можно поставить. Ну, вот, например, личного цвета, да? Не, ну здесь ладно, здесь может быть инфовзгляд можно поставить. И то он у меня уже есть, он у меня стоит. Инфовзгляд, аэроблюдце, аэровзрыв. Можно аэровзрыв сделать на самый-самый такой крайний случай, так сказать. Потому что много торнадо нам, например, того же не надо. Так, теперь. Мне нужно синее поле. Так, вот оно. Поставлю его самое-самое начало. За место. Пам-пам-пам. Ну, пусть будет ледяного копья. Так, и то же самое сделаем здесь, но только с зеленым полем, да? А где у нас зеленое поле? Вот у нас зеленое поле. Так. За место лечить у нас их тут два. Так, дальше, личный цвет атаки. Ну, тут выбор огромнейший, точно так же. Но мы, наверное, лек все поставим. И давайте айсберг. Энергия у нас стоит, да? Да, энергия у нас есть. Даже инферно есть. Всякие потопы. Так. У нас будет, как я обещал, ну не обещал, говорил, что возможно я подумаю и сделаю две концовки. Вначале одну пройдем, потом другую. И да, я все-таки, наверное, так и поступлю. Отправляемся на пляж Опоса. В конечную точку мы все, что могли сделать, по-моему, мы вообще все сделали. И мы такие вообще молодцы. Так. А сейчас будет решающийся босс.
Но он не будет считаться боссом, потому что за него звезду не дадут. Но это босс. А может и будет. Я, честно говоря... Да нет, наверное, нет. Не должен. Так, давайте поговорим с детишками. Наконец-то ты сделал это, Серж. Когда началась эта печальная история... Было ли это 10 лет назад, когда ты чуть не утонул здесь? Или 14, когда ты был ранен этим монстром пантеры, который напал на тебя? И в результате ты попал в Хронополь, где ты вошел в контакт с судьбой и замерзшим пламенем. Или, возможно, это было в будущем, в 2400 году, когда крах времени швырнул Хронополь в доисторические времена. Или это могло быть даже 12 тысяч... Так, сейчас, одну минутку. Эх. Извините. Вот, я просто телефон на вибро поставлю, а то он как начнет галдеть. Так, или это могло быть даже 12 тысяч лет до нашей эры, когда древнее королевство магов погибло, пытаясь использовать Лаоса. Все это недалеко от правды, и даже сейчас так далеко от правильного ответа. Все началось во время уничтожения древнего королевства Зеал, так как дворец вокруг нее разрушился, принцесса Шала была затянута в вихрь измерений вместе с машиной богатства Лаоса. Это вот Шала, это полная отсылка к Хронотриггеру, там она у нас была. Шала и Лаос слились в одно самое мощное существо, которое могло бы эволюционировать в пожирателе времени. Наполненный ненавистью и печалью, а одна половина разума Шала встала на сторону уничтожения всего сущего. В то же самое время другая половина ее разума решила спасти Вселенную и спасла себя. Когда Шала пролетала сквозь ворота времени, в таком состоянии, сквозь время, она услышала эхо твоего крика. Вот тогда ее и ваша история начали переплетаться. Тогда же прошлое и будущее начали пересекаться, и когда мир разделился надвое, идущие по следу жалобного крика, когда Серж был атакован монстром-пантерой, принцесса Шала прошла 10 тысяч лет во времени, пытаясь связаться с этим измерением. Это вызвало сильный магнитный шторм и привело к сбою в системе судьбы, из-за которого Серж попал к замерзшему пламени. Да, Серж, звук твоего крика коснулся сердца принцессы Шала. До того, как деструктивный разум полностью не стал доминирующим, она клонировала себя и посылала свою копию в это измерение. Шала оставила клон своей малышки-дочери с ее древним кулоном, обладающим магической силой. Он был телохранителем ее дочери-клона в ситуации жизни и смерти. Кулон мог немного откатывать время назад, посылал ее дочку-клон в более безопасное место в недавнее прошлое. Все равно ничего не изменится. Кем бы ты ни была, ты все еще моя драгоценная младшая сестра Кит. И вот здесь вот говорят, что Кит — это кусочек Шалы. Это как бы раздвоенная часть этого. Вторая часть — это Кит есть. А теперь насчет проекта Кит. Проекта контроля времени, который разрабатывал Бельтазар. Весь проект предназначен для того, чтобы довести тебя до этого особенного момента времени. Основание Хронополя, крах времени и сражение между судьбой и богами-драконами. Это все было так скоординировано, чтобы ты мог добыть пересечение времен и прийти в это место. Конечно, Кит не должна знать ничего о плане до тех пор, пока все это не закончится. Дальше, в будущее, Кит должна совершить путешествие на 10 лет назад во времени, чтобы спасти Серж от гибели. А потом Кит также должна позвать Серж в другой мир, где он разговаривал с Лином на пляже Опуса. Ты наша последняя надежда, наш последний шанс. Только ты, кто вошел в контакт с Шалой и Кит, дочерью клоном Шала, может сделать это. Во тьме, которая существует по другую сторону времени, Шала объединилась с пожирателем времени. Пожалуйста, Серж, освободи принцессу Шалы из лап этого монстра и ее собственной ненависти. Покажи нам жизненным формам, живущим на этой планете, каким будет наше новое будущее. Так, что ты еще интересного расскажешь?
Молодец, Серж. Используй яйцо времени, чтобы открыть врата в великое ничто. Покажи нам, жизненным формам, живущим на этой планете, каким будет наше новое будущее. А ты что скажешь? Где даже ангелы сбиваются с пути. 10 лет назад ты умер в этом особом месте. Ошибки нет, ты утонул. Правда в том, что этот мир, в котором мы ты все еще жив, неправильный, это ложная реальность. 10 лет назад именно Линкс пытался убить тебя на этом пляже. После того, как Прометей нарушил связь между судьбой и пламенем, судьба пыталась уничтожить любые преграды, которые стояли у нее на пути. Тем временем 6 драконов послали Харли вперед, чтобы она попыталась овладеть пламенем. Харли связалась с биологическим воплощением судьбы Линксом и обманом убедила его к объединению усилий на время. Уничтожение замкнутого круга Прометея на замерзшем пламени было самой главной задачей каждого. Линкс и Харли похитили Луку, которая единственная могла бы разомкнуть замок Прометея, который хранил пламя. Но все попытки закончились неудачей, тогда вместо этого они стали ждать твоего появления. Понимаешь, судьба рассчитала, что однажды ты пересечешь измерение и попытаешься войти в контакт с пламенем. Я не знаю, как ты это перенесешь, но Линкс и есть твой настоящий отец Вазуки. Он вплотную подобрался к пламени, что привело к тому, что он потерял в голове, и картина твоей ужасной смерти изменила его совершенно. И, наконец, после того, как его душа была полностью разъедена, он потерял свою душу и был легко поглощен судьбой. Судьба превратила его в биологический интерфейс, моделировав его по твоему самому худшему кошмару, Пантере. Несмотря на то, что Вазуки удалось спастись вместе с тобой из Хронополя позднее, он полностью отдался судьбе. Люди и так слабые, несобранные, несовершенные существа, любовь и ненависть, жизнь и смерть. Возможно, даже сама судьба мечтала о том, чтобы использовать пламя и в один прекрасный день перевоплотить себя в новый биологический вид. Довольно грустно, правда? Это как будто ты смотришь на пламя, а пламя смотрит на тебя в ответ. Теперь все зависит от тебя. Как жить, решать тебе. Ты новый стартер времени. Вот так вот. Оказывается, что Вазуки, наш отец, это и есть Линкс. И Линкс тоже считается нашим отцом. Именно поэтому его не было в другом мире. Вот. Именно поэтому он только вот в одном мире у нас существовал. И то он был как бы перепрограммирован. И его перевоплотили в Линкса, который пытался нас, я не знаю, как-то убить, что ли, уничтожить. Скоро родится новый биологический вид на этой планете, и народная форма жизни, даже еще более развитая, чем старый Лавос. Далеко во тьме времени ослабевшая Шала попадет под влияние Лавоса, и они оба станут одним существом. Теперь все зависит от тебя, от того, кого замерзшее пламя избрало своим властелином. Ты один можешь решить, как новый Лавос, который заключил к себе Шалу, будет развиваться дальше. От тебя зависит, поглотит ли Лавос будущее всех времен, послав мир в бесконечную смерть. Бальтазар предвидел, что это произойдет в его мире в 2300 году. И он решил не допустить этого, неважно какой ценой. Пересечение времен. Он один может соединить звуки планеты от 6 типов элементов, мелодия и гармония, которыми наполнены до краев любые формы жизни. Используй песню жизни, чтобы излечить ее злость и страдания. Мы умоляем тебя, Серж, пожалуйста, спаси Шалу. Пожалуйста, спой песню жизни, чтобы излечить ее неприязнь и страдания. Ты единственный, кто может сделать это. Да. Но мы ее убьем. Так, надо встать вот сюда, использовать яйцо времени. Нет начала и нет конца. Во тьме времени! Резли тихий. Так это последние врата, которые соединяются со тьмой времени? Я не могу поверить, что мы зашли так далеко. Ради ветра, деревьев и цветов мы должны сделать все от нас зависящее.
«Ради моих воспоминаний того, что случилось 10 лет назад», — сказала Лина. Чем-то напоминает этого зеленого фонаря. Когда они там тоже вот это все говорят. Знаменитый стишок-то. Вот. И вот она Шала. Заключенная во тьме. Пожиратель времени, видите, и луна туда-сюда бегает, прыгает. И тут два варианта. Я воспользуюсь, как уже говорил, вторым вариантом. Я постараюсь просто всех убить. Очень интересно использовать омега-зеленый на зеленый элемент. У нее, по-моему, что-то очень там большое количество жизней. Ага. Хорошо. Замечательно. Используем Леч Плюс. Так, теперь бы нам, чтобы сделать. Дадим Сиражу энергию. Так, давайте какой-нибудь элемент используем. Вообще она сама белая, я надеюсь, она не затянет белый цвет. Ну, жизни себе никак не прибавит. А то это будет печать. Вообще мне надо было пластин белый одеть. Я что-то не подумал. А может и не надо было. Ну, отлично, а так прошло. Так, теперь набираем Резли. Воспользовались практически всеми нашими козырями. Одними из самых таких. Омега зеленый. На кого? Ух. Интересно, почему она именно омегу зеленый использует? Сейчас мы ей покажем, где раки зимуют. Ну, извините, сейчас у меня телефон. Итак, я вернулся и продолжаем мочить. Я хотел сделать зеленое поле. И долбануть Резли. Джином. Уже 1000. А она все не умирает. Поднятие. Ох, на Лину, как нехорошо. А, 16. Тогда нормально. Так. Давайте пока Сержем все оставим. Мы сейчас попробуем долбануть синим цветом. Да, вот у нас как раз. Отлично, сейчас мы сможем долбануть. Так, Резли делаем теперь.
Синее поле. Линой бьем голубым китом. Так, стержем делаем святое лечение. Плюс один, нет. Блин, так не хочется. Нет, наверное, не будем святым лечением. Просто лечь все. Так, на защиту выходим. На защиту. Землетрясение. Сейчас у нас только Резли может пострадать. Ну и не так сильно. Мы сейчас восстановить все сделаем. Сейчас начнем белой магией долбить. Не получилось. Выдерживаем все очень хорошо. Так, теперь что мы будем делать? Один раз атакуем. Потом луч. Потом луч. Метеорит. И стержем призовем единорожку, чтоб нам всем защиту поставил. Так, отлично. Не рискуйте, не берите сюда черных элементов внутренних персонажей, потому что это может очень чревато все закончиться. Так, еще одно свободное падение. Как-то она у нас Лину недолюбливает. Пора бы Лины лечение применить. Сейчас попробуем
что-нибудь зеленое сделать. Отлично. Все. Похоже, все. Это вот одна из концовок. Вот мы с вами и прошли Chrono Cross, забили по классическому последнего босса в классической форме. Ну, игра сама собой у меня не без глюков снизу и наверху. Как вы видите, скачет все. Ну, кстати, с титрами все время у всех какие-то проблемы непонятные. Так что я думаю, мне еще грех жаловаться. У меня еще все хорошо. Но вы не переживайте, для нас это еще не конец. Мы еще пройдем ее второй раз и третий раз. Обязательно три раза. Я, наверное, уже буду все зачитывать. Ну, видите, концовка получилась какая-то не совсем понятная. Мы вроде бы как ее и убили, ее куда-то непонятно засосало, она улетела и все. Кстати, сейчас идут заставки, вот прикольно шли-шли заставки из игры, а потом хоп, и резко заставка снимали видео чисто. Вот. То, что это чисто видео снимают. Наверное, показывают те места, которые вдохновляли. Но, к сожалению, такую великолепную игру не доделали до конца.
Ну как, ее доделали до конца, но не доделали до того момента, уровня. Кстати, вот эта вот башня, мне почему-то башня Террен всегда напоминала призыв Александра из Final Fantasy IX. Не знаю почему, почему-то вот эта вот ассоциация, особенно когда в крылья превращаются у башни Терры вот эти вот боковые части. Конечно, море эмоций, что я второй раз, ну, не то что второй, а вот второй раз серьезный сев, я смог пройти до конца и, пройдя еще два раза, соберу всех персонажей, и это будет не просто там слова, а будет доказательство, что вот я это в реале сделал. Вот. А если получить хорошую концовку, то там будет немножко все по-другому. Немножко другие титры. Сразу вспоминается Chrono Trigger. Сразу хочется все перепройти. Все так печально. Жалко, что вот серию Chrono закончили и почему-то дальше проект не развивался. Будем надеяться, что, может быть, в будущем Square Enix все-таки решится что-нибудь с этим сделать. Потому что у них полностью доделанное получилось только Chrono Trigger. Вот Chrono Cross недоделанное. Потом вот эти вот Dreamers'ы, которые были, они тоже какие-то недоделанные получились. Вот, и, по-моему, что-то еще есть, какая-то часть или игра, я могу ошибаться. Но, полагаю, тоже, скорее всего, ее не доделали. Но что поделать, это все происходило во время кризиса. Во время кризиса Squaresoft. Это еще до объединения. Потому что, как мы помним, в 2003 году они объединились вместе с Enix. И получилась Square Enix фирма. Вот. Еще я очень долго тут наблюдал за игрой Lunar. Она мне все попадается на глаза. Вторая именно. Я такой думаю, блин, вот ее было бы тоже прикольно бы записать, пройти. Но для этого нужно людям показать первую часть. А проблема в том, что первая в русификации, даже пиратской, она в России не проходила. Ее не было как таковой. И сейчас вот из некоторых есть несколько людей, это, думаю, ни для кого не секрет, это Лисомания. Они развивают уже несколько лет, там несколько человек пытаются ее как-то перевести, как-то ее преобразовать. И вот когда они ее доделают, я подумываю показать вам Lunar 1 и потом, соответственно, показать Lunar 2, потому что я не вижу смысла. Ну, если они, конечно, ничего не сделают, то я покажу вам Lunar 2. Подожду там годик-два, может быть. Вот. Нажимаем крест. Так, записать игру. Да, записать. Так, и записываем мы ее. Давайте мы ее запишем вообще отдельным слотом. Вот так вот. Теперь я вам покажу вторую концовку. Мы тут уже, само собой, ни с кем разговаривать не будем. Смотрите, даже в принципе-то... Ну-ка. Да, просто новая игра. Так. Видите, она желтая стала. Это значит, что она пройдена. Значит, тут новая игра плюс. Так, мы начинаем вот эту. Так. Да, надо было вначале сохраниться, наверное. Ну, не суть важно. Поставим Резли. Да, пошел, конечно. Так. В элементы мы берем Chrono Cross. Но
мы выберем не самую последнюю, а самую первую. Самую последнюю мы ставим только, чтобы он мог восстанавливать... ну, как это назвать? Ах... В общем, если его поставить в последнюю ячейку, как полагается, восьмую, то там используются на всех врагов и друзей, и элементы, которые вы использовали, они восстанавливаются в бою. Вот. А если поставить в первую, то, по-моему, этого не происходит. Так, сейчас я вам покажу, что за кружочки появляются в игре. А то я вам сегодня никак-никак этого не делал. Никак не показывал, не удосоживался. Так. Опять бежим на пляж Опоса. Так, тут уже не обязательно со всеми разговаривать, мы не будем. Мы сразу перейдем на босса. И получим хорошую концовку. Вперёд! Так, я вам сейчас кое-что покажу. В начале. Вот у нас два аквалуча, два синих. Когда используете какой-либо элемент, появляется кружочек наверху, видите? Это вот как раз и есть нота. И нам нужно их выставить, если я правильно помню, в порядке... Ой, по-моему... Желтый... Красный вроде бы... Синий, зеленый или зеленый-синий. Ну, мы сейчас по-разному попробуем. По-моему, блин, сейчас я вспомню, подумаю. Я помню точно последний черный-белый. Надо было видео посмотреть вначале. А так, по-моему, синий-зеленый. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, давайте вначале желтый-красный попробуем сделать. Вначале, самое первое, это мы всем набиваем. Набиваем элементы. Вот оно как, да, сразу. Сразу нас решили. Оно, видно, понимает, что мы тут не просто так пришли. Не шутки шутить. Зеленый. Ой-ой-ой-ой-ой. В общем, нам надо удержаться до того момента, пока она не начнет желтый использовать цвет. А что-то она не хочет желтый цвет использовать.
мне хочет, смотрите. Газина какая? Вынуждает, просто вынуждает. Что он только зеленый использует. Дубль 2. Да, можно убежать даже от самого главного босса. И вам никто слова не скажет. В общем, вы поняли, да? Нужно вынудить босса использовать желтый цвет. Сейчас я как-нибудь придумаю это сделать. Желтый, красный, зеленый. Она мне сейчас все собьет. Потому что должен идти черный, белый, а она мне белый подставила. Так. Так, и понеслась.
Зараза, два раза черный используют. Ой. Сейчас лечим всех и убегаем. Видите, вот с хорошей концовкой и очень геморройная. Это еще благо, если действительно там зеленый-синий, а то вдруг там синий-зеленый. Подглядывать я никуда не хочу. Зеленый-синий не получится, но получим. Попробуем синим-зеленым. А что делать? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, надо начинать, в общем, с Сержа по-любому. Делаем защиту. Защиту. Вот мы сейчас у всех набрали выносливость. И начинаем. Желтый. Так, красный. Зеленый. Синий. Черный. Сейчас, по идее, нужно было делать белый и хронокросс. Но что-то я смотрю, у меня так не получится.
дело, и вот сейчас нужно было делать хронокросс, но... Во! Вот, и хронокросс. Если все правильно, то сейчас мы получим хорошую концовку. Да. Цвета все правильные. Пожалуйста. Мы как бы таким образом освобождаем шалу. Благодаря гармонии звуков природы. Силы шести драконов. Силы природы. Я ждал тебя целую вечность до этого момента. Бессмысленное причинение вреда другим, исчезающие формы жизни. Слова, которые были стерты, мысли, которые были похоронены, озеро клеток, которое испарилось, эхо сознаний, которые медленно угасали. Любовь и ненависть, ненависть и любовь. Почему мы рождаемся? Почему мы умираем? Эволюция? Выживание сильнейших? Чего можно добиться, нанося вред другим, убивая друг друга? Яйца, которые мы называем планетами и бесчисленными сперматозоиды, которые вместе образуют жизненные формы, когда одно из этих бесчисленных семян оплодотворяет планету, рождается новая вселенная. Но пока это не произойдет, пройдут миллионы лет, и бесчисленные формы жизни будут рождены, затем умрут. Это начало и конец всему. Все существует один лишь миг. И все для того, чтобы Вселенная перешла в другое измерение. Это ли не делает нас всех пешками? Неужели вся наша жизнь – это всего лишь жертва ради того, чтобы была рождена новая форма жизни? Нет, это не так. Любой из нас обладает шансом стать той формой жизни, которая оплодотворит планету. Да, это можешь быть ты. Гены и внешняя среда, каждый из нас старается сделать как можно больше в тех ограниченных условиях, которые нам предоставлены. Каждая форма жизни, которая пытается создать для себя лучшую жизнь, образует звено в золотой цепи, которое ведет к созданию новой вселенной. Если одно из звеньев отсутствует, то нет будущего, нет такого понятия, как бесполезная жизненная форма, нет никаких пешек. Возможно, каждая живая вещь в природе всего лишь видит сон о жизни. Все они могут быть лишь сном, который видела планета до их рождения. Ох, ну да, в конце концов, все сны вернутся в Зурван, море снов.
Серж, не уходи пока, Серж. Все хорошо, теперь все в порядке. Время, которое было разделено, снова будет объединено. Пришло время прощания. Вы забудете все о вашем путешествии и вернетесь в свое время. Но на этот раз вы сможете зажить своей жизнью. Резли, с планетой все будет хорошо, Серж? Хи-хи, я так и знал. Раз на ней живем, ты и я. Лина, что ж, вот, наверное, и все. Ты возвращаешься в свой родной мир. Спасибо. Ты занял особое место в моем сердце вместо Серж, который умер 10 лет назад. До свидания, Серж из другого мира. Удачи тебе с другой мной. До свидания. У нас самих нет сил залечить раны планеты или разгадать все ее тайны. И все же... Чертовски здорово было с тобой. Спасибо за то, что ты родился собой, Серж. Теперь настало время сказать пока, приятель. Но я тебя найду. Когда-нибудь, где-нибудь. Я в этом уверен. Время не имеет значения. Неважно, в каком мире ты живешь. Я тебя разыщу. Это точно, непременно, тебя разыщу. Серж. Серж, эй, Серж. Ты в порядке? В чем дело? Не пугай меня так. Ты так внезапно выключился. Что? Терра, башня, судьба? О чем ты говоришь? Мы же только что пришли сюда. Ты хотел собрать для меня чешуек дракона Комодо, ты уже забыл? Что ты бормочешь? Ну же, Серж, соберись с мыслями. Наше лето только началось. Ну, тут я не могу вам прочесть, потому что я не читаю на английском. Единственное, что я понял, что это был своего рода дневника Шалы. Шалы Кит Зел. Вот такая вот концовка. Смотрите повторные титры. Дальше, по-моему, все то же самое будет. Это вот хорошая концовка. И в игре еще запрятано, я не помню, по-моему, 11 концовок дополнительных. Но они открываются все. Ну, их можете все увидеть только в новой игре плюс. Я постараюсь вам ее показать. Наверное, как раз в новой игре плюс мы будем останавливаться, в некоторых местах сохраняться, и я буду показывать концовки. Но
такая вот веселая игра. Выполнил свое обещание, показал вам две концовочки, я прям молодец. Я прям собой горжусь, много что я сделал в этой игре, много что смог показать. Вот. А на вторую карту памяти я буду делать специально дополнительные сохранения, чтобы ничего никуда не потерялось, никуда не делось. Может, даже кому-то понадобится сохранение. И я скину в личку. Мало ли, может, кто-то до конца не доходил и хочет побегать, посмотреть все скиллы. Немножко порадоваться. Посмотреть, как выглядит на других радужное оружие. Ну вот. Поэтому я как бы это сохранение сделал отдельное. Следующая серия, ну уже не серия, а так сказать, в следующей полноценной уже главе мы начнем новую игру плюс. Начнем именно вот с того сохранения, которое у нас запросят. Вот с этого желтенького. Вот. И там мы посмотрим, что у нас вообще сохранилось из вещей, что нам, возможно, дали что-то, что у нас отняли. Вот. А то я заметил, очень многие как бы заканчивают на этом игру и все. А как же показать остальное? Как же показать дополнительные куски? И вот, я не знаю, это вот только почему-то у иностранных летсплеерщиков я это видел, а у русских почему-то этого нету. Ну вот, по крайней мере, на это время. И я подумал, думаю, во-первых, нету настолько подробно, насколько я это старался делать. И я показал тот путь, который максимально упрощает жизнь игрокам. Просто насколько только можно. Показал, как каких боссов можно заранее забить. Что можно получить, как можно получить супер крутую экипировку, только лишь... Ну, практически в начале игры, пожертвовав кошельком барыги, показал, как создается радужное оружие, показал, насколько с ним проще проходить башню Терры. Ну, в общем, вы поняли. Показал вам способы, как можно фармить деньги. Я вам показал каждый скилл практически, как он выглядит. Я показал каждый спешл. Что немаловажно, я показал все превращения от сприг, которые мы набрали, и покажу еще в новой игре плюс остальные. Вот. Если кто захочет, может сделать сборку из этого, но я пока навряд ли буду делать. Я, скорее всего, буду делать сборку, только если у меня будет там супер-пупер хороший компьютер, и я смогу просто тут супер графикой. А сейчас при таком я не вижу создавать сборочки подобные смысла. Вот, и вот тут уже немножко другое. Другая заставка. Вот смотрите картинку справа. Видите? Типа вот она там стоит. И это типа стоит Шала. Видите, у него вот эти вот бусы, которые из хронотриггера и которые накид были в хронокроссе. И это еще не все. Вот так вот. И вот теперь это все. И веселая музычка. Та-на-на.
Так, записать игру, конечно, записать. И запишем ее уже вот сюда. Все. Теперь, чтобы начать игру, мы сейчас попробуем, но и заодно посмотрим, в чем разница записи. Он мне запросит второй диск, скорее всего. Так, вот в чем разница? Сон нашей планеты еще не окончен. Да, там, кстати, можно смотреть, видите, главы и подсказки. Вот помните, нам говорили, что вот эти вот треугольнички судьбы, они нам показывают всякие мини-подсказки. Вот, ну, не подсказки, говорят нам о будущем, а вот прописана мини-подсказка, видите, пересечение времен, там, где пересекаются судьбы. Для всех мечтателей сон нашей планеты еще не окончен. Так, пересечение... Ну вот, как раз вот такие вот. Вот, ну, не знаю. Возьмем блок, наверное, пятый. Сейчас, типа, прочитать. И он нас, наверное, запросит диск первый. Но это мы уже... А, нет, смотрите, просто у нас... Вот, просто стала новая игра плюс теперь. Наша запись превратилась в новую игру плюс. Эти данные игры были завершены, вот видите, они вот завершились. И если вы возьмете продолжить, я вот не помню, давайте попробуем или не пробовать. Не, давайте вот на этом вот как раз попробуем, который мы сохраняли, вот. Что с ним будет? Продолжить плюс. Он у нас как раз на втором диске. Просто вот интересно, что из этого изменится. Что вот изменится? Так. Вот, во-первых, нам дали. Оставили нам яйцо времени и дают переход времен. Это контроль за течением времени. R2 кнопка быстро вперед, L2 медленно. Так, медленно назад. Так, по-моему, больше у нас ничего тут не дали. Сейчас мы проверим на всякий случай. Видите, как бы через то сохранение мы открываем вот это, и у нас игра превращается в новую игру плюс. И прикол. Да, в новой игре плюс открывается вот этот кусок. Но о нем мы поговорим в другой раз. Вот. Кстати, это круто. Очень круто, что вот этот кусок можно превратить в новую игру плюс. Я, честно говоря, не знал. Что делает R2? Смотрите, я бегу. R2. Видали? А теперь замедляю. И точно так же можно все это делать в бою. Теперь, понимаете, да, прикол прохождения второй игры, насколько он упрощается. Правда, единственное, постоянно придется эту кнопку держать. Вот даже я просто иду, как будто я вот так вот бегу по той же скорости. Вот. А экипировка у нас... Ну, правильно, потому что мы ее превратили. Блин, я даже теперь не знаю, как лучше поступить-то. В следующей серии мы с вами поговорим то, что находится вот за этой дверью как раз. Да, мы так и поступим. Поговорим то, что находится за этой дверью. Но перед этим мы сейчас сохранимся. Так. Перед тем, как сохраняться, мы поменяем персонажей. Так. Теперь. Да, Хроно Кросс нам собой не нужен уже. Так, Метеорит Душ. Нет. А вы не помните, что я сюда туда ставил? Пусть будет Святое Лечение. А, смотрите.
Мы, по ходу дела, таким образом сейчас удвоили все, что у нас было. Давайте по ловушкам посмотрим. Да, мы все удвоили. Видите, я вам показываю способ, как все удвоить. Угу. То есть я сейчас запись на запись наложил. Не, ну это читерство. Да, тогда в следующей серии мы просто с вами начнем новую игру плюс. Да, даже деньги вон, видите, 344. Вот я вам показал способ, как можно легко удвоить свои деньги, все увеличить. Увеличить в разы. Вот. И если мы, например, где-нибудь сохранимся, ну, где у нас тут записи, вот это вот, например. Вот здесь, если мы сохранимся, то она уже превратится у нас в желтую. Нет, не превратится в желтую. Значит, я дурак. Ну, не страшно. В общем, я вам сейчас продемонстрировал читерский способ, как вот получить вот это вот все. Но эта запись у нас останется. Я ее тоже скопирую, но пользоваться ей не буду. Вот, я начну со своей именно записи перехода. Давайте прямо отсюда и начнем. Вот. Загрузить вот эту часть. Нажимаем «Новая игра плюс».